Всем салют! В эфире Алексей Шредер. Говорить я буду сегодня об одном методе лоховского развода в сфере фитнеса. Все хотят зарабатывать деньги, все хотят себя содержать, все хотят, наверное, и что-то покупать из роскоши, и поэтому стремятся зарабатывать как можно больше и не чураются того, чтобы обманывать других, что не есть хорошо. По поводу моего сегодняшнего ролика, наверное, диетологи и тренера будут очень недовольны, будут меня хейтить, но ничего не могу с собой поделать, хочется высказаться. Наверное, в десятки раз больше людей поимеют от этого ролика пользу по сравнению с тем количеством людей, которые потерять могут потенциально свои нечестные деньги, скажем так. Итак, друзья, миф, о котором я сегодня кратко попытаюсь поговорить, гласит следующее, что если вы покупаете какую-то программу тренировок, то эта программа тренировок неэффективная, либо очень малоэффективна, если вы под нее не покупаете диету. Вот такая двухходовочка, друзья. Если покупаете программу, будьте добры, выложите еще денежки на диету, иначе программа не сработает. И у меня сразу улыбка, конечно, на лице, мне смешно. Я сразу так себе представляю. Это, наверное, поджим лежа очень хорошо заходит куриная грудка. А если приседать, то тогда, наверное, только индюшатина. А вот под становую тягу ни куриная грудка, ни индюшатина не подходят. Там только бобовые. И все в этом роде, господа. Я считаю, что диеты, вот расписание по пунктам, во сколько потреблять, какую пищу, по граммам и какие продукты, это очень глупо, если вы это покупаете. Вот если вы консультацию покупаете у диетолога, которому доверяете, либо у тренера, это нормально. Консультацию, обсудить все, вам лень самому изучать, вы обсуждаете все. Вы знаете, что вы любите кушать, на что у вас аллергия, там, допустим, от чего у вас метеоризм и так далее. Вы все знаете, а особенно вот, что вы предпочитаете есть. И знаете свой график, когда вам всего удобнее потреблять прямо пищи, чтобы 3 было или 6 за день. В общем, вы все-все-все обсуждаете, диетолог вам все рассказывает. И на основе вот этого, если рождается какой-то график питания, это нормально. Это считается, вы купили не сколько диету, сколько консультацию. Но если вы покупаете программу питания саму, где расписано все по граммам и так далее, по продуктам, это глупо, потому что, во-первых, вам придется подстраиваться под эту программу, вот под приемы пищи в какое-то определенное время. А вам вот по вашей работе, вашей жизнедеятельности это очень неудобно. Но вы подстраиваетесь, потому что вы считаете, что так надо. Надо привести фигуру в порядок и привести вот такую жертву надо. На самом деле все может быть совершенно по-другому под вас. И все будет аналогично, только больше удобства. Следующее. Вот эти расписания, сколько продуктов там по граммам. Это, во-первых, очень тяжело соблюдать. 95% людей это точно забросят это очень быстро. Потому что все это подсчитывать, взвешивать, это глупость. Ничто так точно вам не подскажет, сколько вам примерно нужно есть правильных продуктов. Вот вы уже исключили все дерьмо. Как ваше ощущение сытости, насыщаемости, которое должно там преследоваться практически полные сутки. Если программа, допустим, если вы хотите жиросжигаться, то местами у вас должно быть легкое чувство голода, там час, по 2 часа и так далее. В общем, чувство насыщаемости вам подскажет. Ведь никто, кто граммы вам расписывает, даже если знает процент вашего тела, не слушайте, это бред, это неправда. Он никогда не скажет, сколько вам нужно конкретно потреблять, потому что это ваш организм, ваш метаболизм и ваша жизнь. Никто не знает, какова ваша жизнь конкретно, полностью, час за часом, кроме вас самих. В общем, попытка попасть пальцем в небо. Гадания на кофейной гуще, все эти расписания в граммах. Да и потом, любой тренер может дать вам диету на похудение, ту, с которой он готовится к соревнованиям и сидит на допинге. Да, вы будете худеть, но вы потеряете полностью энергию жизни, потому что вы не на допинге. Он на допинге на этой диете, а вы не на допинге на этой диете. У вас никакой энергии не будет, допустим. Я говорю, вы точнее определите, что к чему. Либо сами, либо с какой-то большой консультацией.
со знающим человеком. И самое главное, когда вам продают какую-то диету без консультации, либо с небольшими переговорами, что практически без консультации, не учтены ваши вкусовые предпочтения. Там может быть написано 3 раза в неделю есть гречку, 2 раза в день. А вы гречку ненавидите, но соглашаетесь, потому что вы жирный, хотите избавиться от жира, и вы идете на эту жертву, но у вас выбора нет. А на самом деле ту же гречку можно на овсянку поменять, которую вы любите. Либо один раз овсянку, другой раз бурый рис, либо что-то из бобовых и так далее. Там куриное филе постоянно фигурирует, куриная грудка. Что сразу куриное? Почему не грудка индейки, которую вы любите? Не грудка индейки, может, вы любите телятину. Не телятину, так кролика. Не кролика, так может вообще в этот вот прием пищи можно яйца. Белок тоже очень качественный в яйцах. Можно местами вообще без мяса обойтись. И где-то больше творога съесть. В общем, друзья, источников белка, которые практически идентичны, много. Так же, как и источников углеводов. Много. Надо просто знать их приблизительно, посчитать и просто вставлять хаотично, даже наугад каждый день, что захотели, то и съели. Из допустимого, скажем так. И вы знаете, что вы любите. А там вам расписали, и вы, может быть, что-то не любите. Или вам уже надоело это однообразие, но вы боитесь отойти от графика того, что написано, типа, это нарушение диеты. Вот это самое главное. Друзья, лучше заморочитесь небольшим изучением, а потом питайтесь, как вы любите. Чем вы будете мучиться, в конце концов, сдадитесь, проиграете и начнете жрать всякий фастфуд, потому что вам надоело. И диета не сработает. Я всем рекомендую потреблять натуральную пищу как можно чаще и с минимальным количеством разных обработок. Но бывают такие случаи, когда вы не успеваете перекусить, а вам не хочется есть всякое дерьмо, которое продают на улицах. Я рекомендую в эти случаи употреблять батончики Бомбар. Батончики Бомбар — это одни из немногих протеиновых батончиков. У меня здесь, кстати, очень много батончиков с различными вкусами, и они, кстати, с натуральными ароматизаторами. Даже красители, если есть, они натуральные. На один 60-граммовый батончик Бомбар приходится 20 граммов белка, всего 4 грамма углеводов, 4 грамма жиров. В общем, это, конечно же, не некий протеин для набора мышечной массы. А как я уже сказал, диверсификация пищи, перекусить, иметь на случай жизни, когда вам некогда поесть, забросить в машину скушать в пробке, либо на работе, вместо чипсов или каких-то ролтонов, которые потребляют другие люди. Бомбар по составу, вы сами убедитесь, как прочитайтесь и по вкусу, и по БЖУ. Это отличные протеиновые батончики, всем рекомендую, ссылку увидите в описании. Итак, друзья, что вы должны знать? Первое. Что можете потреблять, что в списке так называемой разрешенной еды, а что нет, что является дерьмопищей. Большинство из вас и так прекрасно знают, что есть нельзя, но часто придумывают истории сами себе, что типа не понимают, чтобы оправдывать себя. Но я же не знал, я же нечаянно. Вы знаете, что такое дерьмопища и которую есть не рекомендуется, если хотите выглядеть красиво. Ну ладно, если не знаете, где-то что-то почитайте, либо проконсультируйтесь. Итак, нужно главное узнать, что есть можно. Дальше, если вы на так называемой массе, вы должны потреблять эту пищу 3, 4 или 5 раз в день, это неважно, как вам удобно, примерно в количестве примерных БЖУ, белки, жиры, углеводов, там в граммах на килограмм килограмма вашего тела. Это примерно. Исходя из какого-то там примерно, вы смотрите, насыщаетесь вы или не насыщаетесь. На массе вы должны насыщаться, не переедать. Вы худой, но не переедайте. Вы, может, думаете, что и дерьмо пищу можете есть, раз вы худой. Нет, друзья, вы не жиреете, но вы можете заработать много проблем с пищеварением, с внутренними органами, с различными заболеваниями к годам 40-50 из-за такой плохой еды. В общем, смотрите насыщаемость. Она должна быть по суткам, нигде вы не должны быть голодны. Вот и все, что нужно знать на массе. В идеале это должно выходить по калоражу, где-то баланс по углеводам и жирам на ноль, а по белку, то есть аминокислотам, должен быть небольшой профицит. И за счет этого растет так называемая мышечная масса. Если вы на жиросжигании, то белки те же самые остаются, в том же самом небольшом профиците. Либо если вы не заморочены вообще набором мышечной массы,
то на нуле. И жиры на нуле. А углеводы в минусе. И уже вы должны ориентироваться на то, что каждые сутки у вас должны быть какие-то промежутки, когда вы голодны. И когда вы голодны, тогда у вас и будет уходить жир. И самое главное, вы должны смотреть день за днем, неделя за неделей, при жиросжигании, уходит ли у вас жир. Это лучше всего смотреть не на весах, сколько там килограмм, а прощупыванием жировых прослоек и там взглядом в зеркало. Ну, в общем, вы должны смотреть свои жировые прослойки, как они меняются или нет. Исходя из этих вещей, корректировку проводите, а не то, что вот конкретно прописано по программе столько-то грамм, вот этого и все, и нельзя отклоняться. Это, конечно же, бред. Друзья, я надеюсь, вы поняли, что когда кто-то вам говорит из тренеров, что под программу, которую он вам продает, обязательно нужно покупать диету, это разводняк. Вас хотят поиметь и вытащить из вас деньги. Даже диету эту составить. Можете ее даже на консультации где-то купить. Можете даже ее просто купить расписанную. Бог с вами, вы сделали ошибку. Но у другого тренера, если она на массу, то не важно, что другой тренер вам дал программу на массу. Потому что нет никакой связи конкретной между какой-то программой питания, если она на массу, и какой-то программой на тренинг, если она на массу. А вот от разных тренеров они уже друг к другу не подошли. Но это чушь полная. Я вам искренне рекомендую просто немножечко разобраться в этих вопросах питания, посмотреть парочку роликов уже созданных моих или чужих про правильное питание на YouTube, почитать, может, пару статей в журнале или в том же интернете про правильное питание. Вы быстро разберетесь, чего есть нельзя, если вы этого не знали. Примерно будете знать какой-то БЖУ на какой-то вес тела вашего. Диверсифицируйте все, питайтесь разнообразно. Есть много источников, которые питание белков, жиров, углеводов, которые друг друга могут подменять. Исходя из своих вкусовых предпочтений, просто меняйте свою диету. И как она может выглядеть? Ну, элементарно. Я прямо сейчас на ходу изобретаю вам рацион на день для нормальной, хорошей фигуры. Примерно нулевой калорийности. Там уже по граммам можно ориентироваться, кому-то больше в граммах какого-то продукта, какого-то меньше. Допустим, с утра 100 грамм овсянки, ну, в сухом виде, при вареном, конечно, больше получится. Получится граммов 300 на молоке. И с тремя вареными яйцами. Второй прием пищи чай, два кусочка хлеба цельнозернового и зачищаете одно небольшое авокадо и кусочками на хлеб раскладываете, ну такие бутерброды. Третий прием пищи, допустим, обед, это там бурый рис в сухом виде 100-120 грамм, ну вареным, конечно, больше получится. И, допустим, 150 граммов уже приготовленной грудки индейки. И на ужин там 250 грамм творога до 5% жирности. И где-то там среди дня можно съесть еще там 30 грамм орехов, допустим, кедровых, и съесть там два мандарина, к примеру. Вот вам я на ходу прямо сочинил какой-то вариант. А этих вариантов может быть куча, и вы можете каждый день их менять, и будете прекрасно выглядеть. И будете получать удовольствие от жизни, потому что питайтесь тем, чем вы хотите. И никакие вам деньги не нужны, чтобы покупать программы диеты, без которых купленные вами программы тренировок не работают. Все, всем пока. Надеюсь, этот ролик был полезен.